Анапский бизнес – это не только сезонная торговля. На курорте много достаточно серьезных крупных компаний, которые трудятся десятки лет на благо родного города и его жителей. Компания ООО «Лотос» занимается инженерной геологией и геодезией. По оснащенности этой грунтоведческой лаборатории нет равных на Черноморском побережье. Предприниматели «Лотоса» однажды заняли свою уникальную нишу. И сегодня признаются, что уже не они ищут работу, а работа ищет их. Из наших последних объектов, как бы, что мы хорошо отработали, это в Сочи мы поработали на строительство Олимпиады. Из последних, наша стройка великая, это Керченский мост. Тоже приняли непосредственное участие. Практически первые зашли, так как изыскатели – это, как всегда, первопроходцы. Непосредственно участие приняли в Южном потоке на бурении. Новороссийский мазутный терминал, импорт Пищепром, вот эти все как бы хранилища и мазутохранилища. Также непосредственно принимали участие в строительстве, в принципе, в изысканиях на уникальном объекте, который тоннель Грушовая-Шискарис. Вот, это Черномор-Транснефть, которое вели мы сопровождение проходки тоннелей. В Сочи делаются тоннели. На Красную Поляну непосредственное участие это мы принимали. Вот. Реконструкция сочинского порта. А вот конкуренция в строительной индустрии достаточно высока. И на этом рынке сегодня выигрывают те, кто строит не только быстро, но также качественно, надежно, с выполнением социальных обязательств. Один из добросовестных застройщиков курорта ООО «Капстрой» построил для маленьких анапчан детский сад, а жилые комплексы обеспечивает развитой инфраструктурой. Сделано действительно для людей. И вот что еще удивляет, вот 5 этажей и лифт. Очень удобно. Свои удачные примеры есть в каждой отрасли. Санаторно-курортную сферу Анапы развивают такие санатории, как, например, Рябинушка, где для оздоровления отдыхающим предлагают целебную сероводородную мацестинскую воду. А шато Гайкадзор – пример качественного развития винодельческого хозяйства. Французская Ривьера оценила серебряной медалью Розе Гайкадзора, а его белый мускат главные виноделы страны назвали лучшим белым вином России. Предприятие, которое развивается и стремится своим развитием как бы показать, что российское виноделие живет, что российское виноделие развивается. Еще один показательный пример успешного развития фермерства – дело семьи Яковенко, выращивающей лен. Они смогли давнюю мечту превратить в процветающий бизнес. Очень полезное льняное масло. Единственное, что вот возмущает, что в России его, к сожалению, не делают. Оно идет за границу сырьем, там давят из него масло и возвращают его нам. Поэтому хотелось бы, конечно, перерабатывать его здесь. А вот отходы, шрот, жмых использовать на животноводство, которое есть в планах, так сказать, развития. Так вы миллионеры тогда, значит? Получается, надбавочная стоимость остается в Турции, а у нас, так сказать, покупают только как сырье. Вот если наладить переработку, то, конечно, да. Сегодня наш бизнес социально ответственен. Предприниматели платят налоги, участвуют в жизни города. Они несут с собой новый взгляд на привычные вещи, делая нашу жизнь удобной и красивой.